вот такой магазин есть дешевых товаров. Сейчас зайдем, посмотрим. Член 95 стоит. Тапочки разные сортов. От 18 до 25 лир. Да, есть такой, да. 25 лир. Внутрь зайдем, посмотрим. Сверло. По 7,50. Замки от 20 лир. Баллонные краски есть по 13 лир. Кабели по 7,50. 7,50 по 3, в зависимости. 1,5 квадрата, 2,5 квадрата. Для ванны. Мама. Вешалки. Набор ножей. Ножи для пиццы. Утюги по 230 лир. Миксеры 400 ватт. Турки. 55 кс. Маленькая 45, без крышки. По 40 есть. Набор ложек 20. Тарелки по 10, чайники 90, турецкий чайник 70. Тетради по 3 лиры. Зарядные наушники. Свечи 27.
360. Лампочки по 12, по 30, 25, по 15. Отвертки по 5 лир, по 7,50 и за 12. Вилки по 7,50. Патроны 4 лиры. 15. Набор отверток 45,95. Крепление 23. Сердцевина 35. Весы 25,95. Шестигранная отвертка. В Турции вот такие краники используются. Муфты, переходники. Кисточки по 12, самое большое. Для насоса кабель отдельно 5,50 стоит. Ну что еще можно взять? Молотки, цепь для велосипеда 25 лир. Вот 25. Для унитаза, для биде 5 лир стоит. Вот для душа сифоны всякие 15 лир. Тросы для автомобилей. Подкуриватель 60 лир. Вот ящики 20 лир. 48. Много чего. Это на втором этаже я. Вот по 10 лир. Самый маленький ящик. Для пылесоса. Для сада. Аптечка 50 лир. Вот электрическая, если у кого не будет первое время, можно доготовить еду. Дальше много чего есть, от чемоданов, там, вот эти все есть. Вот видишь? Для унитаза. Всякие корзины по 40 лир. Вот мусорка 20-33. Ванночка для детей. Тазики. Самый большой тазик 22. $7.50. В магазинах вот такой рис, чтобы мыть, она стоит 20 лир, а здесь 12 лир. Так что здесь на 8 лир дешевле. Видите, сколько пластика. От стульев, линолеума, там, скатерти.